Как бы далеко мы ни были друг от друга, мое сердце всегда рядом с тобой. Что? Что? Мамы больше нет. Хотел поговорить по квартире. Как продавать будем? Я не собираюсь продавать квартиру. Чисто юридически, Марина, как неродная дочь Ольги... Закрой рот. Моя группа крови не совпадает ни с группой крови матери, ни отца. Я пришла поговорить о девочке, которую вы оставили в роддоме 25 лет назад. Я та девочка. Ну что, сестренка, давай знакомиться? Марина. Тебе лучше исчезнуть. Чужая семья. Дети, они уже взрослые и сами отвечают за свои поступки.